базар пришел самой первой лапши порошел. Эй, продавец, ну-ка думай быстрей, какую выбрать одежду мне в лавке твоей. Я по характеру злой, мое стремление власть, во мне горячая кровь, во мне свирепая страсть. Я хочу, чтоб видя облик мой, все меня обходили стороной, чтобы сразу понимали, кто я в душе такой. Торговец понял, дело непростое, чтобы это предложить такое. Я бы не хотел тебе, приятель, обидеть, но такого, как ты, да лучше вовсе не видеть. Я, кажется, знаю, что тебе подойдет, твой горячий характер каждый сразу поймет. И старинный он сундук открыл, вынул шапку и проговорил, свое время там великий Карл ее носил. То, что надо! Злодей заулыбался новой шапкой, очень восхищался. Шел он домой, воображал и гордился, перед зеркалом в спальне он весь вечер крутился. Но когда снял он шапку, с ним случилась беда, вместе шапка снялась и его голова. Я хочу, чтоб ты видел облик мой,